Меня что пугает всегда в театре, в зрительском восприятии, это иногда вдруг откуда-то возникающая агрессия по отношению к театру, к сегодняшнему театру, по отношению к неожиданному театру. Ну, наверное, это привычка, к какой-то стабильности. И многие идут в театр, как в ресторан, когда вот я был здесь 10 лет назад, и здесь давали хороший шашлык, хотелось бы поесть его снова. Но театр – это вещь живая, сегодняшняя, она происходит здесь и сейчас. И вот если я иду в театр, я боюсь только одного. Я боюсь, чтобы я не ушел из театра с тем же, с чем пришел. То есть вот ничего со мной не произошло. На мой взгляд, в театре всякий раз должно происходить потрясение. А каким он должен быть? Ну, этого никто не знает, но театр самодостаточен. Он сам выбирает, каким он должен быть. Он имеет право быть любым. И он может не понравиться. Но он имеет на это право, и поэтому агрессивным по отношению к театру, если он не удовлетворил вкус, а он не обязан это делать, думаю, не стоит. Главное, пусть даже пусть он раздражает и сильно не нравится, это уже результат деятельности театра и тех, кто в нем служит. Лишь бы он не оставил равнодушным.